Постоянная повышенная температура тела. Какая здесь может быть психосоматика? Я допускаю, что, возможно, там есть какие-то другие причины, помимо психосоматических. Но я сталкивалась со случаями, когда врачи ничего не находили, было совершенно непонятно, на ровном месте у человека держалась все время чуть-чуть повышенная температура. Бывали случаи, когда месяцами температура 37-38, человек с ней привыкает жить. Почему это может быть с точки зрения психосоматики? Какую проблему вы не решили, вы в ней зависли? Как вы не ответили на какой-то вопрос ни да, ни нет. Вот вы зависли между да, нет. Какой вопрос вы не решили, в каком вопросе вы зависли, не приняли одно решение, хотели сделать, не сделали и подзависли. Вот ищите там причину. Если вы, как только вы ответите себе на этот вопрос и скажете, все, вот в этом вопросе я говорю да. Или все, выбираю нет. Ну, то есть надо что-то выбрать, да или нет. Как только выберете, у меня такие случаи были в терапии. Мы реально находили. Самому, конечно, тяжеловато найти. Ну, потому что человек не может сообразить, когда это началось, какое да или нет. Да что это за решение? Он может думать, ну нет такого у меня. Начинаем работать. Очень быстро выходим на такую тему и... Мы с человеком разбираем, чтобы он принял какое-то внутри себя. Это достаточно это решение принять внутри себя. Человек принял решение внутри себя, на следующий день температура... Даже прям бывает в этот же день температура начинает спадать. То есть такие вообще чудеса бывают.